Всем привет! Вы спросите, кто это? Да монах синема в пальто. Так вот, ладно. Заказал я как-то себе на Алиэкспресс вот такие вот штучки, 4. О. Должны быть вот так вот. И вот так вот они открываются. Вот. Что мы с ними будем делать? Сегодня мы будем устанавливать их на машину вместе вот с этими лампочками. Эти лампочки мне подогнал мой подписчик Михаил. Вот. И сегодня поставим эти лампочки, потому что уже, наверное, полгода езжу, и у меня один габарит не работает. Итак, поехали. Сейчас я вам расскажу, куда мы будем ставить вот эти интересные такие штуки. Итак, воздушный фильтр. Сейчас мы его демонтируем. И будем каким-то макаром пытаться пришлепать вот таким вот макаром эти замочки. Вот как-то так вот будут стоять они. Ну, а что из этого получится, сейчас будем смотреть и наблюдать. Поехали. Просто многие сталкивались с этим, у кого есть УАЗик, что поменять воздушный фильтр, это нужно открутить и этот болт, и этот болт, и эти какие-то, и все это целиком, короче, вынуть. Потому что главный секрет вот там вот снизу. Сейчас мы на него глянем. Вот он, этот волшебный болт с гайкой, точнее шпилька с гайкой, который держит верхнюю крышку, и из-за которой приходится все это дело снимать. Я как бы планирую все это дело заглушить, а туда поставить просто защелки. Ну вот сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. В общем, что у нас тут получилось-то? С помощью клепочника и вот таких вот маленьких заклепочек. Вот. Заклепали наши приблуды. Что будем делать дальше? Здесь отрежем под фильтр и заглушку сделаем, чтобы здесь герметично было. Хотя, в принципе, многие могут сказать там: а это же пропускает воздух. Но давайте вспомним, что вот это красная зона, куда весь мусор летит. И это тоже красная зона. А зеленая зона, она вот здесь внутри находится, за фильтром. Вот так открывается это все. Кирочка пошла. Ну, то есть вы поняли. Теоретически это красная зона, где все грязное. А уже вот тут вот внутри, это зеленое, что должно быть чистым. Вот. Здесь такие вот штучки. Сейчас я их проколочу, наверное, а может быть даже и не буду. В принципе, и не нужно это делать. Сейчас пойдем установим. Единственное, я только вот здесь вот болт, конечно, поставлю с гайкой. Вот. А здесь обрежу под фильтр. И все. И посмотрим уже тогда, как будет смотреться на машине и как это будет меняться на машине. Продолжим. Фактически, что у нас тут получилось? Теперь он у нас намертво приделан. Это наш новый девайс. И вот крышка. Соответственно, как бы болт, шпильку эту я обрезал и сделал так, чтобы просто наживил сюда. Кстати, не нашел я. Хотел сюда сделать барашек. Барашек прям закрутил руками, чтобы не использовать никакой ключ, ничего. И теперь мы вставляем его туда. Сейчас будем вот этот подбирать, чтобы он встал хорошо. А, резинки нету. И не помню, куда я ее дел. Сейчас принесу и поставим. Ух, нашел. Блин, пока все это делал, бросил ее где-то и не знаю где. Сейчас мы ее быстренько поставим. Вот этим разъемом вниз.
готово. Вуаля! Сейчас мы вот это подгоним под наш. Патрубок. И все. Чутка тут надо ослабить. Прекрасно. Затягиваем. Готово. Я думаю, что получилось неплохо. Тут это выглядит вот так вот. Всю эту прикрутил я намертво. Даже вот лампочки поменял. Ну, не знаю, как на самом деле будут светить. Ну, посмотрим. Блин, вот по чекану-то мы сделали. Фара вот там вот откручивается. Это, конечно, просто гимор вообще полнейший. Как туда залезть? Как это все открутить? Да. Ладно. Сейчас соберем морду. Поржавел, конечно, поржавел. Ну а что сделать? Годы берут свое. А, еще на этой машине. Сейчас это не забыть, надо прикрутить. Дворники мне не нравились, как работали. Прям. Поменял моторчик. И все понеслось. Так что так вот. Сейчас еще что-нибудь прикрутим. А еще я увидел где-то в Ютубе, что решеточку ее крепят на хомутики. Ну, я как бы не хотел на хомутики, поэтому вот так вот на саморезике сделал. Вот. И почему я так сделал? Потому что она вот с этой стороны вообще никак не видно, что она крепится. Хомутики видны, а это вот нет. Поэтому всем советую вот так же. Хоп-хоп-хоп. И все. Закручиваю прямо вот между двумя вот, как их назвать-то уж не знаю. Две направляющие, короче, идут от рисунка. И вот прямо в них. Оп-оп, аккуратненько повкручивал. А, что я еще хотел заметить, обратить внимание. Как вы снимали эту решетку, я не знаю. Но вот та два нижних болта, я их замучил повкручивать как-то снизу через бампер. В итоге, короче, я сделал как. Вот видите, ну, держится. Вот. Это сверху откручено. Я просто вот так беру, раз, и снимаю. То есть у меня вот здесь вот болтик, вот здесь вот болтик. И одеваю я легко и просто. Вот так вот. Раз. Два. Хоп. И все, прижимается. А капот захлопывает, придавливает ее. И никуда она не денется.